Теперь мы связаны. Великий и Нижний Новгород связал железнодорожный маршрут. С этим городом у нас особые отношения. Два Новгорода часто путают. И если раньше в Великом и в Нижнем Новгороде люди пытались подчеркнуть различия между двумя городами, то теперь между нами появилась надежная связь. Первым рейсом на новом скоростном поезде прибыла съемочная группа Новгородского областного телевидения. Картинку передают из Великого Новгорода, а геотидр ставят Нижний Новгород. Часто срываются спортивные соревнования, потому что хоккейные команды уезжают в Нижний Новгород и не получается. И это всегда немножко, не то чтобы обижало, но огорчало, потому что мы же вроде бы самый древний город России, а знать о нас никто не знает. Это то направление, которое обеспечит в первую очередь и экономически, и туристически, и все социальные связи, которые возможны. Совместно с российскими железными дорогами и федеральной пассажирской компанией реализован этот проект. Уже он подтвердил свою востребованность, так как ни одного билета не продано уже не осталось. Данный маршрут он связывает практически весь центр. 500 километров расстояние от Москвы до, что до Нижнего, что до Великого. Это по большому счету закрывает вот этот вот радиус центральных всех экономических связей по Российской Федерации.